А работа предстоит сложная. Как в типа рекламном материале не скатиться до быдлопати других рекламщиков? Приходи, покупай, ассортимент, налетай. Да, это сложно, но можно сделать. И первоначальное место, где вы сможете сравнить цену, здесь, на Советской 160. За декором есть двери и обои. Зайдите и посмотрите сами. Вопрос ремонта сложен и дорог. Но мы вам сегодня покажем, где не сложно и не задорого вы можете сделать себе евроремонт. Куда зайти? Выход получается на улицу Советскую. Второй двор. И вот сюда, понимаете где? Вот туда надо вам зайти. Что-то с ценами сложности стали. Просто вы видите здесь и проверив тоже в других павильонах те же цены, но в разы больше не здесь, вы понимаете, кто вас имеет. То есть вы поимеете их, купив все здесь за меньшую цену. Вот как-то так получается. Вас, умных наших магнитогорцев и гостей, теперь не надуть. Вы надуваете их. Да, мы пришли за обоими. Маленько как-то себя развеять, ремонт сделать. Тоже правильный вариант, да? Правильный вариант. То есть я прекрасно понимаю, что вы тоже понимаете, о чем речь, да, идет? Делать евроремонт сейчас это очень дорого. Но по сути событий. В принципе, у нас на пороге... Третье десятилетие, 21 век, правильно? То есть и в России кое-что умеет делать, правильно? Конечно, мы выбираем вариант российского производителя. Всегда поддержать белорусского желателя. Да, поддержать. У вас есть большой очень выбор и ассортимент. Слово понта, знаете, понты у нас кривые. Давайте все-таки поделимся. Если женщина что-то хочет, это надо делать. Но женщина тоже должна понять. Зачем за что-то переплачивать? Ну, давайте все-таки поделимся. Век-то какой? Век-то уже 21-й. Третье десятилетие скоро будет. Через 2 года. Так. То есть, страна у нас очень хорошая. Мало того, в нашей стране все уже и производится. И не надо нам говорить, что у нас страна плохая. В чем плохая? Но в основном все у нас делается здесь, в России. И если вы придете в этот наш замечательный павильон, где все двери, где есть обои, где есть стеновые панели, где есть все... Вы должны понять, что цены здесь, ну, так скажем, в разы, не просто в один раз, а в некоторых случаях в 2 раза дешевле, чем остальные вещи. Так оно есть. И тут же можно все это дело и объяснить вашей супруге. То есть можно купить замечательную дверь, вот очень хорошая, мощная, здоровенная дверь. Вот такую поставили, в принципе, разницы никакой не будет. Поверьте мне, когда мне говорят, что Китай это не хорошо, я вам скажу так, вы вообще в Китае-то были? Я-то был в Китае. Первостепенно в Китае ездят на очень хороших машинах, красных. Американские, большие автомобили. Китайцы у себя используют только свои автобусы и грузовики. Все остальное делается в Китае. Все-все-все делается в Китае. Не надо забывать, что Китай по уровню металлургии круче нас в 50 раз. И здесь вы, возможно, купите себе Китай. Возможно, и отечественный производство. Без разницы. Но по цене вопроса. И если все это дело вы будете собирать, то есть берете обои хорошие, качественные, изумительные. Берете двери классные. Межкомнатные двери тоже. Я вам ничего не буду говорить. Вы вот зачем-то хотите ванну поставить на стены кафель. Ну, это не есть правило. Замечательные вот стеновые крепления, они просто смотрятся изумительно, просто изумительно смотрятся. А потом все это дело собрав и вычитая ту сумму, которую в другом месте вы бы заплатили на оставшиеся деньги, можно легко прокатиться и в Америку в том числе. Я вам просто объясняю, цена ремонта в любой квартире это ровно половина ее стоимости. Трехкомнатная квартира, вот половину стоимости туда и воткнете, 1,5 миллиона. Если ваш дом стоит там, грубо говоря, 7 или 10 или 15 миллионов, ремонт вашего дома обойдется ровно в половину, 7,5 миллионов. Но если вы будете здесь это делать, то, выкинув, сумма будет очень хорошая. То бишь, если мы говорим про ремонт вашего, постановку нашего дома, вашего нового дома, то, вычев вот эту сумму, даже 30%, если убрать, вам хватит вот так хорошо отдохнуть. Мысль, в принципе, понятная, и, в принципе, она очевидна. Я вижу, что у вас огромное количество обоев. И можно же так сделать, что и за недорого сделать евроремонт? Конечно, можно.
То есть вы найдете... Своими силами, да. Своими силами. Давайте все-таки определим, что такое свои силы. То есть просто, ну, я как-то делал обои в своей квартире. Ровно за 3 часа мы все это сделали, правильно? Правильно. И никому не заплатил. И было красиво, круто, правильно? Правильно. То есть, вот оно то место, где вы можете купить то, что доктор прописал, еще и по дешевой, весьма дешевой. Да я думаю, что самой дешевой цене. Да, у нас цены очень доступные. И теперь и не сказки от меня. Можно сегодня сделать евроремонт по цене в разы дешевле, чем ранее. Просто место такое есть. К слову, мы говорим о дверях. Я-то свои двери из лиственницы откидывать на свалку и не хотел. Но давайте вспомним о новом жилье без дверей вообще. Как там жить-то? А жить можно, приобретая изумительные двери здесь. Мне сказали про себя не говори. Я не буду говорить про себя, но из разряда того, что я как-то делал. Понимаешь, 8 лет назад, трехкомнатная квартира, сын родился. Как раз 8 лет назад я и начал ремонтировать. Зашел, посмотрел, увидел цены. Вот так вот я сделал, честно. Вот. Жалко, что я сюда не пришел. Теперь объясняю, как я все это сделал. Я взял себе обои под покраску. Хорошие обои под покраску. Целиком. Вешайте спокойненько. Красите, никаких проблем нету. Цена вопроса 640 рублей. Вот. Кроме всего прочего, любые обои белого цвета тоже под покраску. Вот, смотрите. Вот. 669 рублей, да? Все это дело покрасил. Сначала наклеил, потом подкрасил. Различные цвета я сделал. Получилось клево. Вот. Потом вот эту штуку я купил. Это называется багет. Вот я практически такой же багет и купил. Я его покрасил другим цветом, различным. То есть его можно покрасить золото, серебро. Есть такие штуки. Кое-что я покрасил золотом, кое-что я покрасил серебром. То есть я просто такой багет покупил. То есть 10 рублей. Вот такая штука, целиком багет. Нормально? Да я считаю, что супер. Другой вариант, если уж совсем все будет круто. И теперь уже по цене. Я объясню. Вот обои в горячем тиснении. Ну, смотрятся просто изумительно. Такие. И такие. Да разные обои. Цена таких обоев 1200 рублей. 1400. В других местах вот это стоит 1700 рублей. Вы просто перечислите. Просто. Ну так, чтобы понятно было, да? Это для тех, у кого понты. Приезжайте сюда, покупайте. А на ту сумму, которая в остатке у вас будет... Ну ладно, купите жене норковую шубу, а еще и на колье хватит. Уф, как-то, а это только начало. Круче по цене, вкуснее по количеству, да и вообще есть на автомобилистов. Ребятки, ваши понты в нашей ситуации не действуют. Кроме всего, мы говорили как-то про года. Большая часть аккумов и резины, и это все Россия. Вы же катались в Уфу, что вы там видите, подъезжая к Икее? В Самаре были? А к Челябинску ездили? Все, что раньше стоило безумных денег, есть и у нас по дешевой цене. Те же самые качества, то же самое количество, тот же результат. Теперь про изумительный Китай. Он своим изюмом делится с вами. И где все это? На автомобилистов. Теперь вопрос к мужикам умным. Вы в других местах свою несносную проведите с блокнотом. Ну, раз она у вас такая. Запишите внимательно, что ей нужно. Объясните преимущества панелей над кафелем. Потом ее отправьте в Забугорию, снимая по возможности все деньги с вашего счета на месяц-два. Выключите свой телефон. Ну, скажите, что потом его потеряли, а потом типа восстановили. И потом уже сюда, дорогие мои, только-только без вашей понтоватой тачки. Да и очки не забудьте, а может кто-то увидит вас здесь. А потом на энную сумму скидки вы ей в оконцовке можете и Лехуса приобрести. Это можно сделать легко. Вот в чем наша проблема. Почему меня люди любят? Потому что я точно такой же человек, как и вы. У меня такие же косяки и проблемы возникают, как у вас. Да. Почему я сюда зашел? Вы не представляете. Это, похоже, самый большой торговый центр в городе. Именно это подразделение. Столько здесь всего. По расстоянию метров, наверное, почти 400. Само место, где мы сейчас находимся, и плюс еще склады. К
банкрота дофигеть, мягко так скажу. В связи с тем, что мы делали это дело, когда времечко было немножко другое, и ценники были, скажем так, достаточно веселые, кто бы знал, что это возможно и случится. То есть я бы сюда пришел, взял бы себе замечательную ванну не за 160 тысяч рублей, как это мне пришлось сделать, а за 16 850. Вот мы прямо перед нами. Я бы себе купил бы нормальный кухонный гарнитур, на котором сейчас стоит моя камера, за не такие большие деньги, чем я купил. А мой кухонный гарнитур обошелся в 120 тысяч рублей. Кроме всего прочего, здесь душевые кабинки в большом количестве. Здесь то, что для вашей комнаты, в которой вы часто бываете, когда помадочку мажетесь или просто зуб чистите, все есть, я не знаю как. То есть мы долго искали, зачем. Я даже не знаю, сколько этого всего здесь, но этого очень много. Двери дешевые, то есть в принципе, коли то была бы сегодняшняя структура, и она была бы тогда, я бы представил, что ремонт мой бы обошелся не в ту самую дивную сумму, а гораздо, гораздо дешевле. Потому что я сейчас знаю это место. Как по такой дешевой цене здесь, на Зеленом рынке, это все есть? Есть. Есть, да? Да. Приезжайте, смотрите. То бишь, давайте все-таки определимся, да, цена вопроса, когда мы делаем евроремонт, она, ну, такая весьма прикольная, да? Но благодаря вам цену вопроса можно опустить, по-моему, в разы. Можно, у нас предоставляется скидка 10%. Это только скидка 10%. А ценники-то у вас, я посмотрел, ну, для меня, человек, который это уже неоднократно прошел, это просто, я бы сказал так, я бы сюда вернулся на круги своя. Ну, у нас здесь много товара, и скидка предоставляется. Еще у нас также всегда проходят акции, то есть по сниженной цене у нас можно очень много купить. То есть у вас можно купить все подряд практически? Все. Вот все, что вам надо. То есть унитаз, ванну, там двери, там для потолка, там плитка какая-то, там стеновые панельки, кафель, то есть все можно. Что-то я не понимаю, почему мы об этом не говорили, но мы будем об этом говорить, потому что смысл жизни у нас в следующем. Давайте сделаем все недорого и качественно. А те денежки, которые вы думали, что вы потратите, мы вычтем, а потом будем, наверное, отдыхать или купим себе замечательную машину. Это можно сделать. Конечно. Легко. Из той же категории событий, да? То есть меня интересуют ценники на все. Ценники на все. Потому что это и для вас необходимо. То есть, если бы я знал, что я когда-то такие ценники здесь увижу, я бы начал подумать, что может быть, а почему бы и нет? Почему бы не сделать третий евроремонт? Потому что, ну, я не знаю, о чем идет речь. Когда я захожу и смотрю, что здесь унитазы стоят 2400 рублей, может быть, и еще дешевле, да? Когда я могу себе ванну купить большую-большую, в пределах 15 тысяч рублей, хорошую, нормальную ванну, почему нет? Когда я себе другую ванну могу купить, она еще дешевле здесь стоит. Когда я себе могу душевую кабинку купить, когда я себе могу двери купить, которые тоже недорого стоят. То бишь, ну, смысл в принципе очевиден, да? Кто-то, видать, когда-то у нас денежки зарабатывал. О как! И он продолжает также денежки зарабатывать. То есть, вопрос достаточно прост, и для вас естественно. Вы приезжаете сюда, улица автомобилистов, приезжайте все, господа мои. И у тех, у кого карманы большие, и у тех, у кого карманов-то и нет, таких огромных. Улица автомобилистов, снизу приезжайте, увидите здесь огромный ассортимент. Ну, я же вам сказал. Сейчас с улицы еще раз покажу, сколько это. Это очень много, в действительности. Зайдите сюда, посмотрите, убедитесь и скажите. С такими ценами нам и надо жить. А потом, уже включив свои мозги, подумайте о том, что ваш ремонт – это уже не такие большие деньги, когда вы работаете с этой фирмой. Да, просто круто. Вся сантехника, все для ванны, электрика, кухни, примочки здесь есть. Я про цены не говорю, вы приедете и посмотрите, и удивитесь, и купите. А то! Вот в чем прелесть автомобилистов. Цены на аренду ниже, ваше удовольствие выше. Ну как-то так, по-другому то.
Мне говорят, сколько это денег стоит. Я говорю, давайте все-таки определимся. Мне нужно, чтобы здесь было много людей. Когда будет много людей, вы со мной и поделитесь. Потому что я не понимаю, как люди не видят эти классные и абсолютно недорогие цены. Потому что вы должны это понять. Так же, как и я, придя сюда и посмотрев на эти цены, определившись ценой вашего ремонта, можно сказать следующее. Поверьте мне, евроремонт и не такие уже большие деньги. Они, конечно, большие деньги, да? Но работая с одним человеком, ну, с таким человеком, можно себе сделать все и гораздо дешевле. Потому что вы обратите внимание, какие здесь весьма прикольные цены. Настолько прикольные, что в некоторых других магазинах эти цены в разы больше. Как сюда доехать? Улица Автомобилистов. Ну да, здесь еще не автобан сделал свой замечательный асфальт. Но проехать можно. От улицы Вокзальной чуть-чуть севернее. Вы поймете, где это находится. И вы поймете, куда надо ехать. Другого места с таким ассортиментом нету нигде. То же самое может и покруче здесь есть. Да, советская 160 хороша. Но узнав там адрес другой, зайдя за декор туда, где есть обои и двери, и вы поймете, куда ехать-то надо. Следующая от вокзальной улица Автомобилистов. И вот тогда, вкусив цены, сообразив малость, а точнее в большем количестве экономию бюджета, можно купить тоже, но в разы дешевле. Я про обои и про двери. То есть вопрос, в принципе, достаточно простой, да? Если бы я себе захотел поставить, ну, потолки, по сути событий, в принципе, это сделать можно, но по другому вопросу. То есть есть же обыкновенные замечательные стеновые панели, которые фиксируются любой потолок, и они у вас есть. Да, конечно. У нас большой выбор панелей по приемлемым ценам, которые можно установить и на потолок, и на стены. Как бы это будет вариант более экономный, чем сделать кафель. Давайте все-таки определимся, в каком году мы живем, да? Практически треть десятилетия 21 века. То есть сейчас стеновые панели такого качества, такого формата, что в принципе я не думаю, что кафель может чем-то даже их заменить. Да нет, ну у нас есть панели, которые, вот посмотрите, какая красота. Они более современные, они идут тройного покрытия, то есть они практически как кафель. Ну, даже не отличается от кафеля в плане покрытия. То есть они устойчивые, нестираемые. Делается в виде картины любого. Можно их как в ванной, так и в коридор вместо обоев, в принципе, пустить. Оттуда пришли сюда. Там мы покупаем сантехнику. Вообще всю сантехнику. И кухню мы там же покупаем. Чуть-чуть перейдя сюда, через дорожку. Мы смотрим и видим замечательные двери в большом количестве. Но не только же двери здесь есть. Здесь есть также и обои по той же самой замечательной цене. И чем не проблема приехать сюда на Автомобилистов, а? Я что-то не понимаю. Про них мы и будем говорить. Я по сути объясняю, здесь обоев не просто много, здесь их более чем предостаточно. Это просто прикольно, да? Я посмотрел, здесь небольшие рулоны стоят 189 рублей. А вы смотрите большие рулоны, да? То есть давайте все-таки определимся, почему большие рулоны стоят чуть-чуть подороже. По одной простой причине. Небольшие рулоны, а вот их надо несколько раз накладывать. Большие рулоны целиком накладывать и на стены. Ну, нормально? Нормально. Другой вопрос. Как вы большие рулоны наложите на другие стены? То есть, допустим, если стена имеет некоторые закругления или поворот, тогда берем небольшие рулоны, также ставим. Про цену вопроса. Про цену вопроса, да? То есть вот есть и большие рулоны ценой в 650 рублей. Представляете, есть маленькие рулоны 190 рублей и большие, но есть другие рулоны. Тут, в принципе, мы говорим о чем? Если вы включаете мозги и объясняете супруге, что девушка, подруга или лапонька моя необыкновенная, давайте простенько заедем сюда, выберем то, что тут тебе нужно. Все это дело спокойненько наклеим, да? По цене вопроса это будет гораздо дешевле. Да. Ну, немножко надо подождать, чуть-чуть проехать. Ну, что такого сложного? И, ну, чтобы совсем ваши понты забить, выкиньте свои машины из головы. Ну, или на такси сюда съездите.
То есть вы сюда приедете на простой машине, на навороченную, на бельчике. Другой вариант – убрать свою норковую шубку, взять спокойненький пуховик, и никто и не поймет. Зато потом все в том же качестве и в том же количестве, как это везде и всюду в еврозоне, только оно будет стоить в разы дешевле, будет у вас. А на оставшиеся дополнительные деньги, ну, примерно, то есть если мы говорим про сумму 2 миллиона, это средняя такая трехкомнатная квартира в евроремонте, сколько она и будет стоить. Примерную сумму 700 тысяч вы потом спокойненько так хорошо отдохнете, погуляете. Ну, правильно же. Ну, правильно я вам говорю или нет? Ну, как-то так и получается. Зачем вам париться? Зачем ездить куда-то? Выкиньте все из головы. Здесь на автомобилистов есть все. Можно заехать и с вокзальной. Тот самый поворот на Орион. Здесь сразу есть все. Вы хотели про обои? Ну так вот вам, господа и товарищи, то самое место. Нигде и никогда в жизни стольких обоев вы не видели. Ну, по крайней мере, в Магнитогорске это точно. Я-то знаю. Сколько было пройдено мною магазинов? Не в смысле обоев, в смысле рекламы. Да все магазины торговли я прошел. Уж поверьте мне, но когда я увидел это место, просто выкинул все из головы и сделал самую дешевую рекламу. Просто для вас. Вы мне нужны более, чем сумма рекламы. Ну, к слову о том, вообще, к слову о том, сколько здесь обоев. К слову о том, сколько здесь дверей. К слову о том, кто-то может ли предложить что-то подобное? Я, честно говоря, в этом деле сомневаюсь. Потому что столько будет, ну, проверьте мне, нет ни у кого. Столько обоев и столько дверей по такой изумительной и классной цене. То есть, метров 100 я прошел. Хороший склад. Да, обалденный склад. Точнее, это даже не склад. Здесь вы можете эти обои купить. Красиво, да? Куда приехать? Тот же самый поворот. Только, помнится, компьютерная графика я вам демонстрировал, да? Едем по Советской, упираемся в вокзальную, едем куда-куда? В сторону Соленого, ну или в сторону Банного по старой дороге. И перед поворотом на склады хладокомбинат поворачивать направо. И мимо даже не проедете. То есть второго поворота не надо. Сразу видите двери и обои. Неплохой такой выбор обоев, а? Знаю, что здесь хороший ассортимент, хороший выбор. Приходила сюда за обоями. Сейчас вот понадобился карниз. Пришла за карнизом. Вот слово обои, да? Насколько все дешево здесь? Просто есть другие места со сверхдорогими обоями. Здесь как-то все подешевле, правильно? Здесь подешевле и выбор хороший. Вот она, замечательная точка. Я нахожусь на перекрестке, в смысле, здесь машины ездят. Поэтому вы думаете, там места мало? Давайте зайдем посмотрим, сколько там места. А? Давайте зайдем посмотрим, чтобы потом поняли, что это то самое место, где очень много обоев и такое же количество дверей. Если я хочу что-то сделать дома, оптимальный вариант прийти к вам? Конечно. Мы вам посоветуем, что вам будет более удобно на ваш вкус. Сможем вам подобрать любой вариант. Теперь вариант по деньгам, естественно, да? Все же сейчас говорят, что у нас какие-то кризисы. Хотя я ездил по всему миру, поверьте мне. Существует у меня такая болезнь хорошенькая, да? И вы знаете, слово кризис вообще нигде нету. Я так вижу, что кризиса нет у вас. Да нет, мы здесь можем любой вариант подобрать. Начиная от самых недорогих и заканчивая, можно сказать, элитными обоями. Но по цене вопроса элитные обои будут дешевле в разы, чем в других местах-то, если я правильно говорю. Конечно. Конечно, в любом случае они у нас будут дешевле. И ценники, да? То есть, если мы говорим о цене обоев на евроремонт, можно сказать, что если обратившись к вам, то можно на евроремонте реально сэкономить. Конечно. А потом отдохнуть. Запросто. Из той же оперы, да? То есть интересные планы, да? То же самое место. В обратную сторону сейчас пойду. И пока я вам буду говорить, есть вариант интересный. Потому что ценники-то весьма клевенькие. И на двери, на большие тоже. И все это есть для вас, господа. Зачем куда-то ходить? Ну зачем? Мне это делать не надо. Приходить сюда смотреть и выбирать.
получаете удовольствие и экономите, скидка 25%, скидка 50%. Причем это не скидка с дополнением, понимаете? То есть, ну, если вы где-то что-то подобное найдете, ну, я не знаю, сможете ли вы это найти. А так, обратите внимание, я пошел дальше. Когда это дело закончится, вы сами увидите. Вот тоже и с дверями. То же самое место. Просто с одной стороны обои, с другой двери. Разницы нет никакой. Разница в цене. С теми, кто пытается вас поиметь. Так вот, на каждой двери, и вы сможете в этом сами убедиться, от нескольких тысяч. А если вы ставите дверь и не одну, то по сути другого места с такими ценами нет. Тысяча 600 рублей дерево.